на Змейке катаемся. Я-то не катаюсь, меня катают. Вот, Миша, где ты? Ты второй? Со мной поедешь? Давай, только меня может развернуть, но похуй. Бля, это уже серьезная хуйня. Сидушка Субаровская слишком высоко стоит. Что сегодня 3 января. Ну да. Ну вот, зимой это, понимаете? Скользко. Скользко, да. Это второй круг у нас. Отмазки пошли. Ой, они сейчас там будут крутиться по-любому. Там, потому что пока не раскатаешь, пока не проедешь пару раз. Смотри его. Да-да-да, все будут крутить. Потому что морда не держит. Ну, антерстивит, летняя резина, плохо очень. Ездить-то, но надо так, мягко. Еще не слышали многие. Ну, да, много интон не знаю.
там скользко, да. И непонятно, можно улететь, братцы. Чуть подостынем. Всем привет, наши будущие дрифтеры. Нет, наоборот, не сказал.
учетом, что на дороге зацепа нету. То есть такое. Ну, минус 10. Ну да, был бы хороший зацеп, можно было бы еще сильнее разогнаться. Да? На Альтезе, еще быстрее. Среди них ты самый быстрый. Ну, пацаны тренируются еще, очень учатся. Да, потому что ты на изи знаешь. Ну да, я уже здесь катался 1000 лет. Да. 1000 раз. Просто видишь, что машина, я привыкший, мне просто надо было чуть вкатиться к покрытию, к дороге. Мы с тобой сели, второй раз было. Сейчас уже получше. Механический дроссель, да? И ну, еще да, тон. Да. КСА, МТ, МОСК, МТ, больше ничего, вообще все штатное. Турбины штатные, нулевик и кулер, и все. Наверное, на нем намного проще, да, дрифт? На
самом деле автомат тоже без разницы, просто на нем на карты другие, но это так, ходят слухи, так сказать. Просто мне кажется, что ты можешь как-то... А, ты про электронную на 150? Да, да. Если у тебя мозг стоит, если мозг стоит, работает. Все нормально. Если мозг стоит, все нормально. Чуть раньше, да. Там привыкаешь, там доли секунды задержка, вообще-то не поймешь.